Здравствуйте, уважаемые зрители канала Оздоровление. Сегодня я покажу вам, как легко и быстро приготовить пюре из яблок с добавлением слив. Это может быть отличный десерт или дополнение к завтраку. Для этого мы возьмем 1,5 килограмма яблок, которые мы очистим от кожи, освободим от сердцевины и нарежем небольшими кусочками. Сливы берем грамм 300-400, режем ее, избавляем от косточек и режем на половинки. После этого мы приступаем к термообработке. В кастрюлю с толстым дном мы наливаем 2-3 столовые ложки воды и высыпаем наши порезанные яблоки. Ставим на довольно сильный огонь. В отдельной кастрюльке ставим тушить сливы. Добавляем 2 столовые ложки воды. И примерно столовую ложку сахара. Накрываем крышкой и тушим на готовность. Для ускорения процесса приготовления накрываем яблоки и сливы крышкой. Добавляем сливы в яблоки, почти приготовленные, почти до готовности. Наше пюре яблоки со сливами готово. Приятного вам аппетита!